Набил 181 очко. Я тоже так думаю, аплодисменты звучат, конечно же, для него. А зовут его Исаков Сергей. Команда Новотроицкого цементного завода. Эти аплодисменты звучат именно для вас. И, Сергей, на память о нашем турнире примите, пожалуйста, этот мультипроигрыватель. Я не знаю, чего он не воспроизводит, по-моему, практически все. А, единственное, там стоит защита от мата. Команде, занявшей третье место, вручается сертификат от кафе «Зимний сад», который сегодня нас радушно здесь принимает, который также является партнерами сегодняшнего турнира. Вручается сертификат на 500 рублей от кафе «Зимний сад» и абонемент от нашего, да, замечательного развлекательного центра 5 звезд. Абонемент на, дайте я посмотрю, что там написано, на 3 часа игры. Вот, уважаемые друзья, кроме того, вручается, конечно, диплом. Вы с нетерпением ждете, кто же эта славная команда. Да, дорогие друзья, это УК «Ленинская». Ваши аплодисменты. Набрав 612 баллов в сумме. Можно. Ленинский УК, это Ленинский уголовный кодекс. Да, но деньги вперед. Что, еще что-нибудь? Это все следующее, все остальное. У нас чем дальше, тем больше. Так что тренируйтесь пока, тренируйтесь. Второе почетное место с суммой баллов 616 за игровой день. И, в общем, это Сбербанк России. Большое спасибо вам, что приняли участие в нашем турнире. Я надеюсь, что это хорошей традицией станет Сбербанк и турнир по боулингу. И мы встречаем тех, кто занял первое место в сегодняшнем турнире. Команда называется 220 вольт. Новотроицкий цементный завод. 635 баллов принесли эту победу. Уважаемые друзья, мы поздравляем вас с этим заслуженным призом. Разумеется, все те, кто сейчас окружают, все те, кто безуспешно боролся за первый приз в сегодняшних соревнованиях, они поздравляют вас, ну и рассчитывают, конечно, что вы их угостите с призовых денег. Правда же? Однозначно. Вот.